А, подожди, на магика я в Вертанту? Нету танков сегодня. Ебать. Ну, Тогда расскажешь, потому что я, когда танкам что-то рассказывали, я не служил. я расскажу, не проблема. Тяните, у кого есть распыл, распылить одну шмот. Давайте, пульте, мобов. Да, пошли, пошли с этой пачкой гулять. Гулять. Я там Дайте дальше дебаф расскажу. только. Да, хорошо будет, Драйван. Пустим в эти. Дайте сядь на сову какую-нибудь хватку хилами. Стою справа. Там быстрину какую-нибудь, орехи, что-нибудь. Ребят. Маша, докинь вон. Что? Ловите друзей. Здесь огонь, если что, не больно бьет, поэтому просто не лайк. Хантами поставьте дух стаи. Катрище, с этого босса что-то надо? Если да, то вот пришли какая шмотка. Палка, выпала палка, и пешкам ее. Нет, а, ладно, да, палка 10. 10 типа, не лер, 100. 200, 500, раз, два, но пока вот че зачем 700, палка, так работать не будет, я сейчас за твой ИП дам не лешу, если ты меня капричил, нет, сейчас за палку, 500 не леш, раз, 600 капричил. 700. Давайте ставки увеличивайте быстрее. О, тысяча. Раз, два, 1200 катрисия. 1500, все, катрисия, пойдешь на замену, Blue Dragon в рейд на этого босса. Добей трэшка там, перед боссом заменим. Может делать портал Катрища вместо Будрелвана сейчас мой. Это весь трэш мы убили. Да, весь. Все, смоньте, ставьте каф, смоньте первый, первый 5 пачек. Мы будем заклинить сет по FDK, Будревен по Апакалу, Джанг по UA.
теперь по поводу танков, как танчите? Вы танчите по очереди. Это тебя, кстати, взяли. У босса есть один каст, сокрушающий удар. Твоя задача будет забирать во время каста сокрушающего удара. Чем раньше таунти, тем лучше. То есть начинается каст, мгновенно нажимаешь таун. Далее. Под супротами его бьем. Если кто хочет, может пробить, перепить алкаш на пласку. Смотри, ты будешь танчить в ZK 3, то есть первый Юй танчит, второй апокалипсис, ты третий. Что это значит? Так, когда танчит апокалипсис, с него кастуется сокрушающий удар, ты забираешь с него босса во время каста. Также, когда кастуется в себя сокрушающий удар, ты прожимаешь сейф. Ты должен нажать за секунду и таунт и сейф? Нет, смотри, когда в апокалипсисе кастится сокрушающий, ты таунтит. Когда кастится в тебя сокрушающий удар, понятно. Ты нажимаешь сейф. Да, 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 понятно. Зеленки хватит или любые там триники? Нет, там лучше кровь вампира и в идеале тринику еще. Там физой бьет. Вдруг. Поэтому как-то так. Далее. Босс весь... мы в основном бьем здесь трек. То есть здесь не был. Будет выходить правый, центральный и левый портал. Справа портал будет выходить демон, и смотрите, ни в коем случае синхагро не сорвите. По кастам первому демону будет сбивать каст с толком некому касты сбивать, да? Давай бета-тестер будет каст сбивать. Потом второму чуть что будет гламур сбивать. Лаксар. Слышно, да? А? Да, слышно. Слышно. Короче, будут выходить мобы, там нужно будет сбивать косты. Там будут называть первому пышку, кто первому сбивает, кто второму, кто третьему. Ни в коем случае не срывайте игру. Я буду на декурсе, когда я буду отбегать, кто-нибудь другой по декурсе. Это первый момент. Выходит центральная моба, мы босса держим в центре. Один из ДКшников, который не танчит, грипнет моба, череп. И мы будем играть все по черепу. Также, смотрите, мобы будут стоять с левой стороны, там дальше к порталу. Соответственно, чтобы по вам не шел лишний урон, вы не с этой стороны стоите и бьете череп, а вот ближе к этой стороне, к выходу. Далее. Выходит правый портал, когда правый выходит портал, никто не бьет мобов, пока они все не выйдут. Вышли они все мобы, никто не станет их. Бьете только через АОЕшки, и мобы начинают кастовать скилл. Первый даст Гнев Небес Разъель, второй Майлик, и третий Темнеющий отдаст. Саш, можно комментарий по поводу среднего портала? Так как я медведем не стану массово, я их кайчу туда-сюда, и от меня волны разлетаются не в одну сторону, они могут разлетаться в разные стороны. Смотрите, я не показал, как стоять. Я понимаю, но вот, допустим, они стоят посередине, и в эту серединку, ну, в теории может одна волна залететь, поэтому смотрите сами. Да, смотрите, не сдохните, главное. Да, Витя, будет кастовать бесы, будут каст давать, там такой взрывной фолиант, или как-то так называется. Тебе нужно будет Гнев Небес отдать. Ну, тебе скажут. Запомни, что ты первый просто отдаешь Гнев Небес на правый портал. Второй Майлик, третий Синеч. Что? Тут босс простой, тупо трэш убивайте, трэш, и за огром своим следите. Давайте, ребаф. Теперь. Квадрат. Вань, пораставляй эти метки. Немецкий как их там. Да, мед. Каску по друидам дайте. Так, что, СПД фласку пить? Да, хочешь выпей, хочешь выпей. Раздайте бах только. Уже просят 100 лет. Я сам все раздал. Мед. Теперь по кастам. Здесь касты нужно сбивать не залп стрел тьмы, а исцеляющий каст. Квадрату сбивает FDK, Юи сбивает Кресту, Апокал сбивает Ромбик по трусам, Звездочки сбивает Гламур, Печеньки сбивает Бета-тестер. Тоже следите за Агром. Зашли все внутрь. Войд. Кубисты — это третья пати. Кубисты лучше саппорты оставь. Все, все готовы, погнали.
Исцеление тьмой сбиваем. Так, гроб, пожалуйста, заберите. Закастуй бомжей в дикей. Каст не сбил кто-то. Некогда было. Врашка, ПД нажми. Нажми Юи, бомжей тоже. Агро снова. Можете боб по лобстеру заткнуть. Черепок поставил, заберите его. Раз. Босс через 40 секунд, по идее, трэш успеем добить. Косты сбивайте только, алё. Два моба осталось, не успеем. Коля, готовься увидеть босса. Через 8 секунд. Слишком много уешками играли, точечно играете больше. Два моба еще живы. Последние. Косты сбивают. Дай Геру. Все, играйте тупо по боссу. Также напоминаю кастеры. Печать Мактеридона, стопайте каст. Под конец, когда заканчивается. Не сожгло ману. Не несло урон. Также в огне не стоите. Будет с тебя кастовать, Андрюха, прожнаться. Да, сейчас идет пиздец. Так, Нелех Линнер по Скибиди, Лобстер по Ону. Кусяо по Скибиди тоже давай. Приготовили, скоро кубы будут. Центральный портал, в центр отошли, прожали кубы. Отпустили. Перебежали все к выходу. Гриппайте свободный танк. Юй, грипп ни одного. Ваня, на него череп поставь. Все по черепу играйте. Игро. Следующего грипп не хардикейты. Мужка покал будет следующий танк. Гриппа из следующего, любого. Я в дикий умер. Блядь, вставай, тебе должен был СС. Нет, нет СС. Сервер? Да. И сервер. Ну, СДВ. Нет, тебя прям сильно прогибает. Ну, меня в мобов скинуло, то есть, наверное, это моя ошибка, то что я не... Ну, да, тебя в мобов не должно откидывать. Вас должно откидывать вообще в двери, блядь, а не в эту хуйню все. Я вообще не понимаю, что вы туда босса подвели, блин. Отведите его дальше от этих мобов, чтобы не дамажило людей. Да, по гриппам, короче. У вас два танка. Первый, который танчит сейчас. Второй, который будет забирать. Вы стоите, чилите. Третий танк, которого только что откинуло, сидет и гриппает. Именно в таком порядке. Если, ну, да, кто-то из вас танчит сейчас и идет гриппать, ну это полная херня. Ну или хотя бы поверните, чтобы в бок улетать от мобов. От любой пачки мобов, причем. Не только от гитаристов. А не в них прям. Эх, только Дипис пошел. Блядь, Старфолд воевали, конечно.
Сидишь такой, смотришь, а у тебя этот солнечный старфол плюс 15 секунд. Такой кайф. А фиг его знает, Витя. Тут очень спорно. Он ему Т4 напало лучше, чем 4Т4, чем 2Т10. Сань. Или Вадим. Что? Я отошел. 4Т4 на паладина Реттика лучше, чем 2Т4. Не на всех боссах. Там, где есть трэш, то Т10 лучше. Ну там бустовой урон охренеть какой. Ну а так потом он просаживается. Понятно. Ну я, такой. Я недавно ходил, был ретрик 258 с Энзо, по-моему. 4Т4. Ну он обузил этот тринку с РБК, конечно, тоже, но он, блядь, на джаре дал. На выходе, а там один моб всего, он забыл, умели пачку, на выходе 19 имел. Ходил я с одним ретриком бисовым, из Tomorrow Sunday, Ринда называется, провалит на груле 12 тысяч в бесшмоте. Но она еще и ШМ делает. Именно. Будет 13 тысяч давать. 12 600. 12 600. Не, ну там если в лицо бьет, то такое. В спину, то может быть. Она же девушка говорила, да? Ваня. Да. Оценишь? Да. После груди магика у тебя какие планы? Не знаю, я не знаю, как-то приболел немного, не пойду ли на работу сегодня. Думаю, что если я пойду, то на работу дальше. Если нет, то может станет все стоить. Кару? Ну, я пойду, если не пойдем. Кару? Кару, обычку. Да? Кару, обычку. Да. Кару, обычку. Огонь. Это целый кек вы не хотите? Кара быстрей. Ну целый кекс. Ты прикинь, насколько меня вагонич придется с долгой. Я считаю сначала кару и гру магик. Я говорю, а, гру магик. Подожди, а кару еще не ходил? Не ходил. Я еще не достаточно ходил гру. А у тебя проходка кара гер есть? Ой, карабочка на руки. Да. Карагер на дороге? Она обычка, на руке обычка есть? Да. Я закрыл вчера с Ваней. Ваня, Андрюха, мы вчера закрыли. Mm-hmm. Андрюха там миской заходил. Санчо. Витя, так ты сам собери, это 100% вариант вырулить. О, в социум происходили. Меня кто-то звал, я слышал свой ник. Еще раз, от детей ты не сбивал квадратчику метки. Помнят все свои кубы, какие были? Я сбивал, он, блядь, Сань, он сбивал. Есть стресс? Да. Не все сбивал. Не сбивал. Там еще был Джейк оставил, сори. Посмотрите, 4 откатили. Что? Дугай, блядь. Посмотрите. Перед каждой ребут сейчас может угрозой быть. Не, нет. Ничего не откатили. Хорошо. Не пугайте. Кашек должны откатить. Нет, сколько МТК ты долбануло? Да нормально, да? В трэш.
сколько? Блять, у меня не показывается, хотя у меня есть 19, бой. Да? А, подожди, 19, 19, да? И ты говоришь, что это нормально? 17 он дал. Он дал 17, я дал 15. Ваноба 3.24 ляма. Не, за Ануба вообще. А, 16.5 пишет. А, 16.5. Все вот. Алина, заходи, и будем начинать. Нет, это немного. Там вот этот Рагуйка дал на прошлом КД 23, по-моему. Ну я специально не этот, не дамажил именно мобов, то что ждал там что-то надсталкивал. Нет, я в Ануба пытался максимально все вливать. А я думаю, что это лах мелкий трэш, блядь. Это дикий вонюлил просто. Это я просто не уехал. Да просто снимите ему и поеду, и все. Распылишь. Все, давайте рыбка и погнали заново. Все то же самое. Свои кубы, думаю, все помнят, кто кому косты сбивает, тоже, думаю, помнят. Играйте больше точно, ребят. Ты не косты. Локсар, ты никакой. Я ее не назначал никуда. Пусть просто бьет. У мага долго очень никуда унится. Антимагия. Да. Забегайте все. Это плохо, вы что, не помните, где метки? Я на то бафнется. Наем из куска рыбу до заходы. Залейте Инар по наеме. Да он и не лез, пусть куда он ходит. Сяло, боб, закиньте, а пока за кусты бомжей. Будрейвену сальву или боб тоже. Покусяло то же самое. По черепу играть. Можете точно играть. Главное. Чаротворцев, големов вообще не трогайте. В дикей как сможешь, там тоже за косты бомжи. Следующему черепку. Да не стреляйте выстрелами, ханты, вы же больше нанесете урона, точно. Дуже точно, да. Дайте эфир. Еще два осталось. И? Ну, два этого, 2%. Не мечтал. Все. Всех добили, Коля ловил. Кусяло Инер по скиллии. Ваня по Маручу закин. Еру дали. Напоминаю, гриппает тот ДК, который не танчит, который должен самый последний танчить. Допустим, танчит Юи и гриппает ЛДК. Танчит Апакао, гриппает Юи. Не проебались. Так, не лез Тинер по скибиди, Маша может по себе залить. Приготовьтесь, скоро кувы будут.
Вот сейчас курс. Левый портал, аккуратно за огром следите, кубы прожали. Все, отпустили. Подводите босса туда. Играете по мобам, косты сбиваете. Босса к дему наведите. Я под подикурсу. Кей, нажми айсбаунд. Следующий будет апокал. После когда... После 7 секунд. 3 секунды. Давай апокал. Коля следующий, потом темнее. Смотрите за гроб, пожалуйста, своим. Давай, Коля, айсбаунд. Если мобов добили, босса опять в центр выведите, когда добьете мобов в цепне. Вспышка через 11, приготовьтесь к убийству. Мобов добить надо. Да, обязательно. Босса в центр потом. Приготовились, скоро вспышка будет. Бесы, босса в центр, пока мобов бесов никто не трогает. Прожали все кубы. Отпустили. Моба последнего добейте. Пока никто бесов не трогает, не уехает их. Никто мобил бесов не трогает, идите босса пока бейте. Пока все не выйдут. Уже полетели. Сейчас выйдут все бесы, босса под бесов заведете. Последний бес, все, пошли бейте через АУЕ, точно никто не бьет. Идете бейте бесов, Ваня скажет, когда отдать. Не станьте только их, пожалуйста. Да, никаких рывков. Точечно тоже никто не станет. Первый Разиэль отдает. Хорошо, Разиэль первый. Том Майлик темнее еще в своем. Первый стан. Стан. Добивай. Все, босса в центр, скоро вспышка опять будет. 4 секунды. Бесы снова то же самое. Тихо. Нажмем, нажали скубы и отпустили. Играйте пока по боссу, то же самое, пока полностью не выйдет. А пока возьми босса. Не взрывайте Лаксар печать Максиридона. Стопай каш просто, когда 2 секунды. Бесы все выйдут. Да. Так, по лобстеру не лезь, Бэра, дай. Пошли я уехать из беса. Играем через уездки, Ваня тоже скажет, когда станет. Темнее еще нажми массей. Репоните беса в общую кучу. Там один бес стоит. Челик. Нормально. Поставь Ваня. Нормально. Сейф. Первый тоже Разиэль станет. Стан. Второй стан. Из огня выбегите, раздачник. Дайте бафы по сове, пристабаф к каску. Рибафнул тебе МТУ. Скоро кубы будут. Скини гроб, буду Рэйвен. Бесы снова. Нажали. Прожали. Еще один. Ну, прожмите последний куб. Хорошо, отпустили, блядь. Ну, не пугайте. Так, по боссу... Подбейте до 2... До 53%. И потом стоп. И босса уже не подводите к бесам. Вначале бесов убьем. Стоп попробуем по боссу. Никто босса не бьет. Вообще не бейте. Ждем, пока все бесы выйдут. Бесов тоже не трогайте. Бейте бесов, последний что выйдет. Все, последний. Все, уехали. Быстро бесов надо убить. Босса никто не трогает. Когда будет у босса 50%, все должны будут к выходу убежать. Еще стан. Нажми FDK, нажми MMS, только ты. По боссу быстро сыграли.
2% надо перевести, давайте, ребят. 20 секунд, 2%. 1%. Быстро. К выходу подбегите все и сейф нажми ней. А сейчас надо меняться, там пока нет. Пусяу, все эти коты, да, чтобы подстрелить, блядь. Так, надо меняться? Да. Все то же самое. Только вы уже не отлетайте и все. Дайте Винар поскибиди, да. Уже все залили. Через 4 минуты. Можно в центр вывести сейчас. И только вы уже не отлетайте, и ни в коем случае в зеленые эти узы. Вы уже не улетаете. Сейчас отводите его в центр и поверните в ворота. Все, хватит, разворачивай. Смотрите, вы уже танки не отлетите. Зеленую. И в печати не взрывайте, в Амур Лаксар. Дайте еще Геру. Подождите, все на всех уже будет Гера. У меня отдельно. Все Геры хоть-то, надеюсь, не отдали. Еще одна будет. Маша, как откатится Инер, зальешь по Жене, по скибиди. Не, не надо, Гим. У них тут-то не одеты нормально. Так, я, наверное, зря надо пытаюсь ИК-10 ускорить. Как скажешь? Наверное, зря пытаюсь ИК-10 ускорить. Конечно, думаем потом. Мой. Котов до хера, так что разберем. А, ну да, коты же сейчас херачат, точно. Сейчас гляну как раз. Гера через 2 минуты. Отдавайте сейвы просто по КД, вон. Сейчас Юй закончится, может кто-то сейв нажать один, если Юй. А пока вот Дикей. Давай я пока последующий, я потом. Не отдает пока, а пока вот давайте. Да. После Дикея через 5 секунд темнеющий, и так по КД отдавайте. Отдавай, Артём. И Жень, точнее. Я что-то думал, что тебя Артём зовут. Давай, да. Паша, ты короля сможешь с Кигвером удержать? Да. Он тебя не сложит? Нет. Ну, тогда будешь держать двоих. Геру через 2 секунды нажмете. Не лез, дай БР. А, тебя КД. Ну, дай БР по Кусяву. И еще одну Геру дадите. Вставай. Нажми Джипси Гим на ману там. Пристал, ой, там Кусяву и его Ксарману восстановил. Давайте, босс, летите на груля. Кому шмотки не нужны, летите точно на стомп. Кому нужны, останьтесь. Ваня, Войт на чисто. Ладно, я сам на чисто. Сука. Солнцепад, 34% урона за бой. И дальше, в
Подайте, кто упало. Опять упала эта хапка вонючая. Она постоянно падает. Честное сово просто. Честный демон лок. Давайте сумку, кому нужна. Нужна кому? Магазин. Бесов 2 и 2 ляба. Я же говорю, Макса нужно было заставлять, чтобы он прыгал. Сейчас не нужно, он сам сейчас в радости. Прыгал. Ну, имею в виду, чтобы демона прыгал, надо бы просить. Сейчас уже такой сам радостный. На груле он не будет демоном, я разочарую. Это да, щит 10 ЕП по мейну.